Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Поликрат, Михаил Козловский. Сюжет, повествующий о гибели тирана, казненного противниками, заимствован из древнегреческой истории. Правитель острова Самос выделялся беспощадностью. Его неизменно сопровождали везение и успех. Его покарали за надменность, высокомерие и скупость. Мотив распятия диктатора появился у мастера в мятежном Париже и стал для него иносказательной реакцией на события современной эпохи. В изображении Козловского герой распят на обрубленном стволе развесистого дерева. У его ног лежит исковерканное колесо фортуны и перевернутый рог изобилия. Символы отвернувшейся удачи. Вся фигура персонажа напряжена, он полностью захвачен безграничным напрасным усилием разорвать оковы и вырваться на волю. Вся мускулатура неестественно натужена, выпукло выделяется каждая мышца, руки раскинуты, одна прикована наверху, другая бессильно повисла в полусогнутом состоянии, голова измученно откинулась назад, упав на плечо. Лицо обезображено выражением удрученности. Оно застыло в предмертном стенании. Статуя представлена в затейливом повороте. Для получения полного впечатления необходимо осмотреть ее со всех сторон. Скульптор показал наиболее критический миг мучений Поликрата, поверженного и подвергнутого казни. Эта скульптура сложна по замыслу и трагична. В ней нашли отображение передовые мысли российских просветителей, идеи гражданского мужества, служения отчизне, любви к родине, социального призвания. Скульптура наполнена философским содержанием. Образ героя является аллегорией несломленного единоборством и неудачей духа. Вот такое описание к работе Михаила Козловского «Поликрат» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.